Даже летом не расстаются со школой. Три общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы стали участниками регионального проекта «Умные каникулы». Весь июнь воспитанники школ и гимназий посещают образовательные, патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Как проводят лето ученики 55-й школы, покажем в следующем сюжете. Последний звонок прозвучал, и учебный год официально объявлен закрытым. Но в 55-й школе по-прежнему слышны детские голоса. В этом году общеобразовательное учреждение выиграло грант на реализацию регионального проекта «Умные каникулы». Первый месяц лета более 500 детей проводят в своей школе. Вы, значит, в течение всего учебного года хорошо учились. Хорошо, наверное, кушали, занимались спортом. Это так? Да! Вот поэтому вы и стали победителями, и сегодня вам такая возможность предоставлена уже в начале лета встречаться друг с другом, несмотря на то, что это летние каникулы. У ребят очень активные занятия, у них проектная деятельность, игровая технология используется. Ребята знакомятся с различными отраслями нашего городского округа Люберцы. Ребята увлечены в занятия по биологии, географии, истории, краеведению, в спорт активно вливаются. Но умные каникулы – это не обычные уроки, а увлекательные занятия на свежем воздухе. Дети не сидят за партами и не получают оценки. Здесь только творчество, новые впечатления, знания и знакомства. Здесь очень интересно. У нас проходят увлекательные занятия спортом. Я с удовольствием хожу на трек «Юный журналист». Особенно мне нравится ездить на экскурсии. Так я посетил парк «Патриот». Это было здорово. В игровой форме дети узнают больше о родном крае, об интересных исторических фактах и знаменитых людях, которые оставили свой след в истории Люберец. Особое внимание уделяют достопримечательностям и уникальным предприятиям городского округа. В городском округе Люберцы в поселке Томилино есть научно-производственное предприятие «Звезда». Оно основано в 1952 году. В проект «Умные каникулы» вовлечены все классы, кроме первых и выпускных. Помимо 55-й школы, участниками региональной программы стали 16-я гимназия и инженерно-технологический лицей. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.